Здравствуйте и добро пожаловать на «Расцвет пробуждения». Я Гермес Фалькао-младший, ваш ведущий. И сегодня вас ждет очередной захватывающий выпуск. Сегодня я буду говорить про притчу о талантах и о том, как она применима сегодня к нашей жизни. Иисус часто говорил людям через притчу. Притчи — это истории, которые иллюстрируют духовную истину. У каждой притчи есть значение, которым Он позже делился с учениками. И мы можем прочитать в Писании, что это за значение. Я считаю, что эта притча о талантах очень важна. Она благословит нас, если мы будем применять принципы, которым она учит нас. Итак, я хочу прочитать вам из Матфея. Это 25 глава, 14 стих. Я прочитаю вам несколько стихов. А затем остановлюсь, и мы обсудим их. Я верю, что они благословят нас. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Во-первых, я хочу сказать вот что. В Евангелии от Матфея, 25 главе, перед этой притчей, мы видим притчу о мудрых и неразумных девах. А после этого мы читаем об овцах и козлах. То есть вся 25 глава идет в контексте второго пришествия Христа. И когда мы читаем о том, что человек отправляется в чужую страну, чтобы потом вернуться назад, это говорит нам об Иисусе, о Его уходе. Мы знаем, что когда Он воскрес, то являлся 500 свидетелей на протяжении 40 дней, а затем поднялся на небо, вознесся. Но ангелы сказали, что Он вернется точно так же. Это означает, что Он отправился в путешествие, но Он вернется назад. Сказано, что Он поручил свое имение своим рабам или слугам. Это означает, что слуги получили ответственность. Они получили деньги, таланты, которые им не принадлежали. Они принадлежали господину. Они знали, что потом им придется дать отчет за то, как они распорядились этими талантами. Талант не равноценен одному евро или доллару. Нет, талант — это очень много денег. Чтобы вы понимали, это равноценно тому, что сегодня вам дадут золотой слиток. Тот факт, что слиток лишь один, не означает, что он стоит $1. Он может стоить много денег. Итак, один талант — это много денег. А он раздал еще по 2 и по 5. Мы читаем, и одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждому по его силе. И тотчас отправился. Здесь мы видим, что таланты были распределены между слугами согласно их способностям. Говоря современным языком, мы должны понимать, что то, что Господь доверил вам, может отличаться от того, что Он доверил другому. Мы живем в обществе, которое любит сравнивать. Мы искушаемся сравнениями. Все говорят о том, кто лучше, кто на первом месте, у кого больше последователей, больше денег, у кого больше того или этого. Даже в служении возникает искушение сравнивать. Люди не понимают, что Господь дает каждому по его силам. Одному Он дал 5, другому 2, третьему 1. Таланты были даны согласно способностям человека. Бог благословил каждого из нас согласно нашим способностям принимать и справляться, и согласно Его, Божьим целям. Мы должны помнить о том, что у Бога есть способ разделения талантов в мудрости, в понимании,
который нельзя осознать человеческим умом. И об этом говорится в 16 стихе. «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов». Мы видим, что этот человек был очень мудрым. Он вложил то, что получил. Он использовал то, что у него было, чтобы получить больше. 17 стих говорит, «Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2». Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Опять же, все это говорится в контексте возвращения Христа. Сказано, что после долгого времени господин вернулся, чтобы взять свое. Можете быть уверены в одном, друзья. Вам придется дать отчет за то, что Господь доверил вам. Вы можете сказать, это всего лишь 1 талант. В чем же дело? Мы видим в этой истории, что у одного было 5 талантов. Он вложил их и получил еще 5. 5 плюс 5 дают нам 10. У другого было 2. Он вложил их, получил еще 2. 2 плюс 2 равно 4. А тот, у кого был 1 талант, это не так много. Это не 5. Я спрячу его. Я закопаю его в землю. Спрячу талант. Вот в чем была проблема. Он не имел права решать. Он не имел права не принести прибыли. Учитывайте тот факт, что это не были его деньги. Это были деньги Господа. И 20 стих говорит нам об этом. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов, и говорит, «Господин, 5 талантов ты дал мне». А вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал, «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Я хочу, чтобы вы поняли вот что. Оба человека, имевшие разное количество талантов, получили один и тот же ответ от Господа. Тот, у которого было 5, вложил их и получил еще 5, что в итоге дало 10. Господь сказал ему, «Войди в радость господина твоего, добрый и верный раб». Тот, у которого было 2, вложил их и получил еще 2, что в итоге дало 4. Но он услышал те же слова. «Войди в радость господина твоего, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Мы можем научиться кое-чему из этого. Господь будет оценивать наши дела не только по количеству, но и по качеству, или по нашей верности в том, что Он дал нам. У одного в конце было 10 талантов. Бог сказал, «Хорошо». «Войди в радость господина твоего, добрый и верный раб». У другого в конце было 4 таланта. Господь сказал, «Войди в радость господина твоего, добрый и верный раб. Над многим поставлю тебя». Обоим слугам Господь провозгласил повышение, потому что они были верны. Они услышали один и тот же ответ. Главное здесь не количество талантов, а то, что они сделали с тем, что у них было. В тот день, когда мы будем давать отчет за наши жизни и дела, которые Господь доверил нам, у нас не будет оправданий. Мне было больно. Я обиделся. Тот и этот сделали мне то и это. Библия говорит, что каждый из нас
даст ответ перед Господом отдельно, сам. И в этот день мы покажем Господу тот плод, что мы принесли для Царства, и он должен быть значимым. И вопрос не только в количестве, но и прежде всего в качестве. Я хочу, чтобы вы представили себе эту картину. Сейчас мы прервемся ненадолго, чтобы показать вам одно интересное видео. После этого я продолжу говорить о притче про таланты. Пожалуйста, оставайтесь с нами, дорогие друзья. Благословения вам. Приветствую, дорогой друг, я Гермес Фалькао-младший, служение «Расцвет пробуждения». Я хочу поделиться с вами особым посланием. Я буду читать места Писания, молиться за вас, чтобы вы начали свой день правильно. Если вы устали, то Господь поднимет вас. Если вы больны, вы получите исцеление. Если вы угнетены, вы получите свободу. Если вы впервые на нашем канале, то подпишитесь, чтобы назидаться в вере. Ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим видео, распространяя Слово Божие по всему миру. Ваше участие очень важно. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит себя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит себя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь — упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Отче, я молюсь за моих друзей, которые смотрят нас прямо сейчас, чтобы эти слова исполнились в их жизни. Даже среди того хаоса, что творится сейчас в мире, я молюсь, чтобы ты сохранил тех, на ком твоя рука. Отче, я молюсь во имя Иисуса Христа, чтобы никакое зло не приключилось с тем, кто смотрит нас. Пусть никакая язва не приблизится к его жилищу. Пусть это Писание исполнится в его жизни. Благослови его дом, благослови его семью, благослови его тело. Я прошу, чтобы ты даровал исцеление силой Духа Святого во имя Иисуса. Я провозглашаю, что тот, кто смотрит это видео сейчас, получит благословение Господа и переживет себя. Пусть 90-й псалом исполняется в жизни каждого человека во имя Иисуса Христа. Я благословляю все, к чему они прилагают свои руки, и молюсь во имя Иисуса, чтобы все дела врага были разрушены. Я молюсь о том, чтобы в начале этого дня ты благословил их,
их, сохранил их. Отче, как говорит Твое Слово, Ты защитишь их от всякого вреда. Во имя Иисуса защити свой народ. Пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, сойдет на них сейчас. Во имя Иисуса мы молимся об исполнении этого псалма в их жизни. Пусть слава Господа наполнит их дома. Пусть Иисус будет с их семьями. Во имя Иисуса Христа мы благословляем Твой народ и благодарим Тебя за чудесного Духа Святого, который с нами в это время во имя Иисуса. Аминь. Пожалуйста, поделитесь этим роликом с другими. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Именно ваша активность помогает нам нести Слово Божие и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Чтобы узнать больше, заходите на наш сайт, адрес которого сейчас указан на экране. Пожалуйста, делитесь этим видео с друзьями, а мы желаем вам всех благословений. Я снова приветствую вас. Мы говорили про притчу о талантах. Иисус показывает нам пример человека, который отправляется в путешествие в далекую страну. Он раздает таланты. И когда он вернулся назад, то хотел увидеть плоды, увидеть то, во что они вложили свои таланты, и приобрели от того, что было дано им. Точно так же Иисус вернется назад. Он отправился в путешествие, вознесся на небо. Но он вернется назад, и нам придется дать отчет ему. Он ожидает увидеть прибыль от того, что он дал нам. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих. Я продолжу читать. Здесь говорится о слуге, который вместо того, чтобы сделать что-то, инвестировать талант, решил спрятать деньги Господа. Он решил позволить страху взять верх и не сделал ничего с тем, что было дано ему. Здесь сказано, подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Мы видим, что он пытался оправдаться за тот факт, что не сделал ничего с деньгами господина. Он просто сказал, «Господи, я боялся, потому что я знал, что ты жестокий человек». Иными словами, он в своем сердце считал господина жестоким человеком. Он сказал, «Ты жестокий человек, я боюсь, я позволю страху взять верх». Удивительно, что господин не сказал ему, «Хорошо, я понимаю, что ты боялся». Или так, «Я знаю, что ты боязливый, поэтому не переживай. Это всего лишь один талант. Не пять и не десять, это вообще не так уж важно. Всего лишь один талант, подумаешь. Я прощаю тебя». Нет, и еще раз нет. Господь в этом случае хотел увидеть правильную реакцию, потому что этот человек получил нечто. Друзья, я хочу сказать вам, мы с вами, управляющие над тем, что нам доверил Бог. Это касается как духовных, так и материальных вещей. Возможно, у вас есть большой дом, возможно, вы даже выкупили его целиком. Это чудесно, но вы только управляющий над этим домом. Ведь когда мы покинем эту землю, то не сможем взять с собой ничего. Мы приходим ни с чем и уходим ни с чем. Конечно, вы можете оставить наследие, но оно не останется с вами. Вы уйдете, а то, что вы оставите здесь. Но вы не сможете взять его с собой. А вот что я имею в виду. Итак, вы должны мыслить как управляющий. Какой бы талант вам не дали, какую бы вещь вам не дал Господь, духовную или материальную, вы не владеете этим. Когда вы отдали свою жизнь Иисусу Христу,
Вы отдали Ему все. Вы отдали Ему свою жизнь, свое сердце, свои мечты Господу Иисусу Христу. И Он стал Господином вашей жизни. Это означает, что вы больше не принадлежите себе. Вы были куплены кровью Иисуса Христа, и теперь вы принадлежите Господу. Ваши мечты, ваши планы, ваше будущее теперь находятся в Его руках, и вы должны выполнять Его волю. Заметьте, Его, а не свою. Да? Но этот слуга думал иначе. Он сказал, «Нет, я боюсь». Я спрячу деньги господина. Иными словами, я имею право на то, потому что я боюсь. Друзья, враг желает остановить нас, парализовать нас. Он желает, чтобы мы не развивались в призвании, в делах Божьих. Но мы должны понять, что нет приемлемых оправданий, которые позволяли бы мне отойти от воли Божьей для моей жизни. О, я боялся. Меня обидели, мне было больно, меня отвергли, со мной поступили несправедливо. Я не сделал того и этого. Вопрос в том, сделаете ли вы что-то с тем, что у вас есть, или вы позволите страху, отвержению, боли, обиде помешать вам процветать в призвании, дарах, планах и целях, которые Бог приготовил вам. Этот человек использовал страх в качестве оправдания. «Я убоялся, господин, и поэтому спрятал твои деньги». Вот они. Бери их назад. Мы должны понимать, что это место связано со вторым пришествием Христа. Если вы прячете деньги Господа, у вас еще есть время, чтобы достать их и поменять свое отношение касательно того, что Господь дал вам. Если вы парализованы сейчас, у вас все еще есть надежда. Если вы застряли, еще есть надежда. Я буду молиться за вас буквально через минуту, чтобы всякая стагнация в вашей жизни, всякий страх в отношении призвания Господа был разрушен во имя Иисуса Христа. 26 стих говорит, «Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый». Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Посмотрите на это. Это доказательство того, что Иисус никогда не был социалистом или коммунистом. Он говорит, «Всякому имеющему дастся и приумножится». Коммунисты никогда бы не предложили такого. Они бы взяли у того, у которого было 10, и отдали бы тому, у которого был 1. Но Иисус говорит, «Нет, заберите у того, у которого 1, и отдайте тому, у которого 10. Всякому имеющему дастся и приумножится». А у не имеющего отнимется и то, что он имеет. Это говорит нам о том, что Иисус не был коммунистом. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Эта притча связана с управлением тем, что было доверено нам Господом. Вся суть кроется в том, что Господь не будет судить наши дела на основании их количества. Он будет судить наши дела на основании верности и на основании способности каждого отдельного человека. Помните об этом. Вопрос не только в количестве дел, которые вы делаете для Господа, а в вашей верности в том, что Он дал вам. Я хочу помолиться за вас, чтобы Господь благословил вас и защитил вас, дал вам сил, прикоснулся к вам и направил вас на путь благосклонности и повышение во имя Иисуса. Но не забывайте, что ваше отношение к тому таланту,
что Бог дал вам, будет определять ваше повышение, то, как вы относитесь к благословению, к своему таланту, будет определять ваше повышение. Я хочу помолиться. Отче, во имя Иисуса, я молюсь за каждого зрителя. Благослови всех наших друзей, все семьи. Я молюсь во имя Иисуса, чтобы Ты прикоснулся к ним, наполнил их силой. Разрушь всякий дух стагнации и страха. Пусть Твои люди будут процветать, исполняя свое предназначение в Тебе во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы Твоя рука была на них, и они могли исполнить свое предназначение в Тебе во имя Иисуса. Пусть всякая болезнь, всякая немощь, всякий дух, угнетающий Божий народ, будет удален прямо сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю свободу Духа Божьего над Божьим народом, чтобы он мог вкладывать и приносить много плода для Царства Божьего во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Поддерживайте с нами связь через соцсети. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Присылайте нам свои молитвенные нужды. Мы будем молиться за вас. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Здравствуйте, друзья! Вы смотрели эту передачу на канале TBN Россия. Спасибо за вашу поддержку. Если эта передача стала благословением для вас, то я призываю вас позвонить в колл-центр TBN и поддержать их. Ваши пожертвования очень важны. Именно они помогают этой передаче выходить в эфир и благословлять других зрителей. Сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и скажите, что вы поддерживаете эту передачу. Пусть Бог благословит вас.